Более 2000 пачек сигарет изъяли полицейские в ходе профилактического рейда на территории одного из мелкооптовых рынков областного центра. При дальнейшем обследовании стражи порядка изъяли 800 единиц крепкой алкогольной продукции и более тонны пива известных производителей. Затем полицейские побывали в нескольких торговых центрах Автозаводского района, где обнаружили более 1000 единиц контрафактной одежды, обуви и парфюмерии. За осуществление продажи контрафактной продукции торговые представители привлечены к ответственности по статье 14.1 Кодекс Российской Федерации о административных правонарушениях, осуществление предпринимательской деятельности без соответствующих документов, и статье 14.2 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, продажа товаров, свободная реализация которых ограничена или запрещена. Также возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное использование товарного знака. Таким образом, поддельной продукции на нижегородских прилавках стало меньше, а нерадивые продавцы получили по заслугам.